Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Хочу сегодня представить вам новый видео-мастер-класс по пошиву вот таких вот оригинальных симпатичных костюмчиков для куколок размером 32-34 сантиметра. Выкройку вы найдете в моей группе ВКонтакте. Вы можете ее оттуда скачать, распечатать на обычном домашнем принтере и использовать для пошива таких красивых костюмчиков для своих девочек. Вот. Сшиты они из трикотажа и отделаны такими вот подвязами. Я их называю этот материал. Это обычный трикотаж, такой вот резинка. Так, застежка сзади. Брючки на резинке. Выкройка будет дана в двух размерах. Одна побольше, потому что у кукол все-таки рукава и длина брюк будет отличаться. Если одеть этот костюм на Мару, он ей будет мал. Поэтому посмотрите, там будет отмечено, и выкройку используйте, смотря для какой куклы. Итак, я не буду долго вас задерживать. Выкройка бесплатная, еще раз напоминаю, в моей группе. Прошу оставаться со мной, никуда не уходить, и смотреть, как легко и просто шить такие костюмчики для кукол. Для начала начнем с выкройки. Выкройку вы можете скачать в моей группе. Выкройка на трех листах. Склеивать ее не надо. Просто распечатайте ее на обычном принтере и вырежите детали. Детали, данные с припусками на швы, вы там можете увидеть двойной контур на каждой детали. И если вам что-то не нравится в этих припусках, вы можете изменить их самостоятельно. Так, потом вырезаете детали бумажной выкройки, накладываете на ткань и вырезаете. Нам надо вырезать две детали брюк. Манжеты брюк, две штуки. Две детали спинки. Перед, одна деталь. Две детали рукава. Так, потом две манжеты рукава. Обтачка горловины. И пояс куртки или толстовки, кому как удобнее называть это. Начинаем шить. Стачиваем плечевые швы и заутюживаем их в сторону переда. Затем сразу берем рукава и притачиваем манжеты по низу. Кукольная одежда шьется немного не так, как человеческая, поэтому последовательность обработки здесь другая. Достаточно тяжело сначала стачать шов рукава, а потом втачать туда манжету внутрь. Это очень тяжело. Маленькие детальки, поэтому сначала мы притачиваем манжет. Кладете его под оверлок, берете манжет, растягиваете манжет и притачиваете. Затем нам необходимо втачать рукава в открытую пройму. Смотрите. Вот. Затем, так же, как втачивали манжеты, не втач, а притачивали манжеты к рукавам, мы притачиваем обтачку горловины, складываем ее пополам, растягиваем и притачиваем. Следующая операция – это стачивание швов боковых и швов рукавов одновременно. Начиная от манжета и кончая низом. После этого, как и остальные подвязы мы притачивали, также притачиваем пояс к низу толстовки или куртки. Следующим этапом обметайте задние срезы. Просто обметайте их. Вот один и второй. И все вот эти вот нитки, вот оверлока, которые у нас хвосты остаются, их надо аккуратно спрятать, обработать, чтобы не было ничего видно, чтобы они ни в коем случае их не обрезайте, иначе они вообще распустятся, и ничего хорошего вообще не получится.
Для того, чтобы спрятать нитку оверлока, можно сделать так. Либо распустить этот оверлок, завязать узелки, либо просто взять вот большую иголку, ну, после того, как вы завязали узелки, то же самое вот делаете. Вставляете вот так вот иголку между петлями оверлока. И вставляете эту строчку, либо когда вы ее уже распустили, вставляете, либо вот прям так вот в ушко ее, иголка должна быть большим ушком, и протягиваете ее вот таким вот образом, вот, вот. И это все обрезаете, естественно. Так, а теперь переходим к брюкам. Для этого так же, как и рукава, то есть не рукава, а манжет, как мы притачивали манжеты рукава, мы притачиваем манжет брюк на к нижнему, к среднему, к нижнему срезу брюк. Тоже растягиваем. Затем складываем каждую брючину пополам. Вот так вот, вот так. И стачиваем шаговый шов. Стачали шаговый шов. Потом сразу же закрепили по низу, здесь вот спрятали оверложные строчечки, чтобы ничего не распускалось. И выворачиваем любую штанину, какая вам больше нравится, на лицевую сторону. Вывернули. Теперь эту вывернутую штанину мы вставляем в другую штанину, так вот, уравниваем срезы, вот шов сидения надо теперь стачать, вот мы его все эти срезы уравниваем и стачиваем, стачали шов сидения и выворачиваем штанишки на лицо. Теперь нам надо с вами обметать верхний срез, подогнуть его на обычной стачивающей машине и вставить резинку. Ну вот, я закончила шить костюм, брюки. Смотрите, я подогнула где-то на 0, не, наверное, на 1,5 сантиметра где-то. И прострочила, оставив отверстие для эластичной тесьмы. Потом вставила эластичную тесьму, и получились такие брючки. Так, значит, и курточка. Вот, посмотрите, курточка или толстовочка. Вот, смотрите, я пришила сюда велькро. Так вот. Таким вот образом она будет застегиваться сзади. И пришила декоративное украшение. Вот, бабочку. Все. Ну что, будем теперь мерить. Ну вот, посмотрите, я одела костюмы на кукол. Один я одела на куклу Мару Фрэнс, а другой на Паула Рейна. Спасибо, что оставались со мной до конца моего мастер-класса. Всего вам доброго. До свидания.